Дастан, здравствуйте еще раз. Меня зовут Олег, и я представляю компанию Maxi Forex. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Вы не против? Нет, не против. Дастан, расскажите, как давно вы торгуете на рынке Forex? Какой у вас опыт торговли? Так, ну торгую я как бы не все время. Бывает вот работа, сами знаете, мельком то торгую, то нет. Ну, в общем, если взять где-то, наверное, год-полтора. Год-полтора. Угу. То есть у вас есть уже определенный опыт работы на рынке Forex? Определенный опыт есть. Угу. Скажите, Дастан, и как давно вы торгуете с компанией Maxi Forex? Ну, с Maxi Forex буквально, наверное, месяц, не больше. И что вы можете сказать о нашей компании? Так, ну сказать много чего хорошего можно, потому что как бы до этого я не вработал уже в нескольких, так сказать, компаниях, но такой поддержки, как Maxi Forex, честно, не было еще. Тут как бы и сопровождение идет, и помощь, и подсказки в торговле. Как бы очень большая такая хорошая помощь в торговле идет. Очень приятно слышать. Вот. Скажите, Дастан, я знаю, что у вас, несмотря на то, что вы торгуете у нас всего месяц, у вас очень хорошие результаты. Расскажите, как вам удалось добиться такого результата? Я думаю, что многим нашим новичкам будет очень интересно это услышать. Так, ну, как сказать, это, конечно, не без помощи наших, ваших, точнее, трейдеров. Можно даже имена, наверное, назвать. Безусловно, конечно. Да, вот Сергей мне помог очень хорошо. Михаил сейчас сопровождает уже. Но подсказки очень даже хорошие. Всегда придерживаюсь, анализирую, учусь. И как бы помощь вообще колоссальная, можно сказать. Если уж мы заговорили о помощи, насколько я знаю, вы получаете также смс-сигналы от компании Maxi Forex. Расскажите немножко об этом виде сопровождения. Так, ну, смс как бы получаю, да. Тоже их стараюсь придерживаться, анализирую. И, в общем-то, не знаю, большинство всех этих подсказок действует, всегда выхожу в плюсе. Угу. Скажите, Дастан, у вас, как опытного уже трейдера, есть, может быть, какие-то любимые финансовые инструменты, или, может быть, драгоценные металлы, или, может быть, какие-то ваши любимые стратегии, которым вы придерживаетесь чаще всего? Угу. Так, ну, особой такой стратегии нету. Я в основном торгую вот по новостям, как бы технический анализ есть немного. Ну, в принципе, все. То есть в основном это технический анализ? Да, техника и, ну, само собой, новости, да. И само собой новости. Угу. Скажите, Дастан, вот что бы вы могли посоветовать новичкам на рынке Форекс? Очень часто наши новички не уверены в себе и сомневаются вообще, возможно ли зарабатывать на Форексе. Что бы вы могли посоветовать и рассказать? Угу. Так, ну, новичкам посоветовать могу, что рисковать нужно всегда. Риск, он в любом бизнесе есть. Вот. И риск, я думаю, в Maxi Forex он оправдает себя в любом случае, потому что тут у вас трейдеры все замечательные, умные, не знаю, комплиментов много, можно сказать. Вот, так что не боитесь ничего и дерзайте, и все у вас получится. Мне интересно, Дастан, а вот как бы вы охарактеризовали свой собственный стиль торговли, как осторожный или как более рисковый? Я бы, наверное, все-таки охарактеризовал его как немного рисковый, потому что я вот относительно большими лотами иногда торгую. Нет, меня вот Михаил поправлял даже пару раз, что для моего депозита это слишком большой лот. Ну, не знаю, вот привычка, то ли что, у меня вот стиль такой, я стараюсь придерживаться вот такого стиля. Ну, по крайней мере, ну, его, конечно, не навязываю никому, да. У всех, всех, да, свое, у всех свои методы, так что кому как удобно уже. Безусловно, я могу только добавить, что при всем при этом ваш стиль торговли себя очень оправдывает, и ваши результаты говорят сами за себя. И последний вопрос достану у меня о ваших планах. Когда вы планируете заработать свой первый миллион на рынке Форекс?
Ну, первый миллион, если говорить о валюте в долларах, то, Безусловно. да, если в долларах, то, ну, надеюсь, будем стараться в кратчайшие сроки, но я думаю, это уже не за горами. Достан, могу вам только пожелать этого, заработать свой первый миллион и не останавливаться на достигнутом. Оставайтесь в компании Maxi Forex. Я благодарю вас за ответы на наши вопросы. Всего наилучшего и удачи. Вам спасибо, Олег. До свидания. Всего доброго, Достан.